Всем привет! В эфире программа «В гости» и я ее ведущая Оксана Черноморец. Сегодня я отправляюсь в стоматологическую клинику. Давайте вместе узнаем, какие виды услуг здесь оказывают и какие современные технологии применяют в лечении зубов. Здравствуйте! Мы к вам в гости. Здравствуйте, Оксан! Я вас ждала. Сегодня вам расскажем о нашей клинике «Стоматолог» и я. Давайте скорее начнем, не терпится. Давайте! Как красиво! «Стоматолог и я» основана в 2001 году. В прошлом году мы отметили свое 20-летие. К этой знаменательной дате было открыто новое отделение – отделение хирургии, ортодонтии и гигиены. Давайте с вами просмотрим процесс лечения. Отделение состоит из кабинета гигиениста. В этом кабинете врач-гигиенист проводит гигиену полости рта ультразвуковую, Airflow и Vector, а также отбеливание полости рта технологией Zoom 4. Происходит осветление на 4-6 тонов. Хирургический кабинет клиники «Стоматолога я» с комнатой отдыха после операции. После процедуры в комнате отдыха пациент может прийти в себя. В нашей клинике весь спектр стоматологических услуг. Я также вас познакомлю с отделением терапии, ортопедии, с детским отделением и с нашим рентген-кабинетом. В нашей клинике оборудовано 13 современных кабинетов и один рентген-кабинет. В нашей клинике работает 15 врачей, которые проходят повышение квалификации в России, так и за рубежом, у самых лучших лекторов в области стоматологии. А сейчас зайдем в наш рентген-кабинет. Здравствуйте, я к вам на прием. Добрый день, Оксана. Сейчас мы с вами сделаем компьютерную томографию. Процедура длится около 20 секунд. Снимок нужен для планирования дальнейшего лечения, и любой специалист, к которому вы у нас попадете, может им воспользоваться. Это обязательная процедура? Ее всем назначают или только если необходимо? Если это осмотр, и у вас два кариеса, то это можно не проходить процедуру. А если у вас более 5 и, возможно, нарушение прикуса или каналы нужно полечить, тогда, конечно, необходима процедура. В результате нашего обследования мы получаем трехмерное изображение, и врач может планировать дальнейшее лечение. Давайте пройдем в отделение терапии. В отделении терапии оборудовано 3 кабинета. Врачи-стоматологи и терапевты занимаются лечением кариеса и его осложнений, художественная эстетическая реставрация, а также лечение и перелечивание корневых каналов под микроскопом. Лечение под микроскопом – основа успешного лечения и качественного пломбирования корневых каналов. В детском отделении 3 ярких кабинета с игровой зоной. После лечения детки получают утешительный приз. Чтобы побороть страх ребенка, иногда достаточно его отвлечь. Просмотр любимых мультфильмов во время лечения. Ребенок, которому найден подход, избавится от страха посещения стоматолога на всю жизнь. Самое главное – начать вовремя лечение молочных зубов, чтобы раньше времени не потерять зуб. В
В отделении ортопедии у нас 3 кабинета, оборудованные современными технологиями и программным обеспечением. Цифровая стоматология – это скорость и точность. Ну, а наш девиз всегда качественно и комфортно. Клиника «Стоматолог и я» неоднократно получает сертификаты Центра клинического мастерства «Нобель Биокея», единственный в Черноземье. Во время первичной консультации стоматолог выслушивает жалобы пациента, проводит диагностику, внешний осмотр полости рта, на основе полученной информации составляет план лечения. Клиника «Стоматолог и я» ежегодно участвует во всероссийских рейтингах. Вот такой небольшой обзор мы сегодня совершили по стоматологической клинике «Стоматолог и я». Рассказали вам о тех услугах, которые здесь оказываются, восхитились атмосферой, убедились в профессионализме докторов и, конечно же, впечатлились очень приветливым персоналом.